И сейчас мы подводим финансовые итоги недели. О них нам расскажет начальник отдела продаж БКС «Премьер» в Уфе Гузель Тимирханова. Гузель, я так понимаю, сегодня речь пойдет о наиболее выгодных инвестициях, в частности, снова в тренде бумаги американской стали. Да, вы абсолютно правы, Кирилл, но обо всем по порядку. БКС отпраздновал свой очередной день рождения, и вот уже более 23 лет мы успешно работаем на рынке. При этом с 2015 года нам удалось фактически удвоить клиентскую базу и выйти на первое место на Московской бирже по количеству зарегистрированных клиентов. Сейчас нам доверяет более 300 тысяч человек. И подарком к нашему дню рождения клиентам мы выпустили две биржевые ноты с высокой потенциальной доходностью. Купить их вы можете на Московской бирже. Доходность для тех, кто в рублях по ноте номер 20 составляет 17% годовых. Для тех, кто в долларах, нота номер 21. Доходность 10% годовых. Купон выплачивается 2 раза в год. Помимо этого, мы рекомендуем к покупке акций американской компании Newcar Corporation. Это крупнейший производитель стали в США и 11-й в мире. И несмотря на неплохой рост акций с конца 2017 года, мы считаем, что не все драйверы роста отыграны. Поэтому наша рекомендация – покупать с потенциалом 20% на инвестиционном горизонте в 1 год. И еще одна торговая рекомендация – это покупка акций банка ВТБ. Банк ВТБ показал сильные результаты по итогам 4 месяцев 2018 года по МСФО. Дивиденды за 2017 год почти утроились. И за 2018 мы ожидаем выше 7,5%. А сейчас котировки находятся на низком уровне. И поэтому наша рекомендация – покупать. Потенциал роста 10% до конца сентября. За всеми деталями мы ждем вас в нашем офисе по адресу город Уфа, улица Достоевского, дом 100, где наши финансовые советники ответят на все ваши вопросы и помогут составить персональный финансовый план. На этом у нас все. Да, Гузель, спасибо. Напомню, это была начальник отдела продаж БКС «Премьер» в Уфе Гузель Тимирханова. На этом пока все. Оставайтесь с РБК.